Поздравляю вас, господа, мы дожили до этого. Кто не в курсе, сейчас маленько просвещу. После крайне очевидных и понятных намеков и тизеров в своих соцсетях, студия Creative Assembly наконец-таки вывалила трейлер Total War Warhammer 3 и, собственно, рассказала некоторые детали игры. Итак, теперь уж точно. В третьей части таки появятся фракции Кислив и Катай, работу над которыми Creative Assembly проводила, уж понятное дело, вместе с Games Workshop, владеющей правами на вселенную. Так что несостыковочек по лору быть не должно. Но Кислив и Катай — это не самое главное, чего охота плясать и плескать по сторонам выпивкой. Теперь уж официальненько и точно известно. В стратегию также добавили армии разных богов хаоса — Кхорна, Нургла, Сланиш и Дзинча. Вот, наконец, именно это и нужно-то было. В общем, сюжетненько. Итак. Мир Total War Warhammer 3 находится на краю катастрофы. Однако именно такой исход устраивает некого древнего игрока, намеревающегося обрести высшую власть. Авторы обещают возможность как обуздать своих демонов, так и возглавить их. Но этого да, нам собственно важно то, что финал трилогии сосредоточится на царстве хаоса, этаком непостижимом для смертных месте, где земли сулят огромную власть, но таят в себе очерняющие душу соблазны. Чтобы положить конец заразе, туда отправляются войны двух могущественных государств, о которых я вам сказал чуть раньше. Это славные войны Стойкого Кислива и Империи Великий Катай. Creative Assembly вдобавок объявила, что в игре сразу будет кроссплатформенный мультиплеер и поддержка модов. Стратегия к тому же получит текстовую локализацию на русский язык прямо со старта. Так что дышим ровно. Total War Warhammer 3 планируется к релизу на ПК, что понятное дело на таких площадках как Steam и Epic Games Store. А официально игра заявлена на этот год, то бишь 21-й. Но в цифровом магазине Epic Games уже указан-то и месяц, сентябрь. Так что ждать не так-то долго, учитывая сколько уже ждем-то. Вот, в общем, кто не слышал, теперь знает благодаря мне. Ну, а я жду свежих новостей по всему этому делу, и как только они появятся, буду обязательно делиться с вами. Вот так вот коротенько, но поделиться новостью был обязан. На этом все. До встречи!